В их руках свет, вода, тепло и порядок. Работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Их поздравляет глава Самары Олег Фурсов. Непривычно вас видеть такими нарядными, такими красивыми и праздничными. Все наши совещания проходили, когда вы были или в спецовках, или около каких-то работающих механизмов, или непосредственно на территории, вверенной вам для уборки или для ремонта. И что бы в городе ни случилось, вы всегда по первому зову властей, населения готовы идти на устранение тех или иных коммунальных происшествий, коммунальных аварий. Иван Болтухин более 20 лет работает в сфере ЖКХ. Он слесарь-сантехник и просто мастер на все руки. Это особенная работа, и приятно всегда, когда люди остаются довольны твоей работой. Приятно, когда ты уходишь, и твой клиент говорит: спасибо тебе большое, благодарить за твою работу. В Самарской области почти 350 управляющих компаний, 1300 ТСЖ и 240 ЖСК, а всего в отрасли трудится более 45 тысяч человек. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, «События».